В Новозаполярном состоялись лыжные гонки. Концентрация спортсменов, профессионалов и любителей приблизилась к максимальной, потому что 8 команд соревновались за кубок поселковой спартакиады. Организаторы для удобства растянули старты по времени. Партиями на трассу запускали женщин, они бежали километр, и мужчин, выбравших дистанцию в 2 или 4 километра. Снегопад визуально пытался размыть границы дороги, но не успевал за скоростью тех, кто лыжню нарезал. Из личных результатов складывалось командное время, и сумма победных минут и секунд далась не так просто, как могло показаться. Пьедестал в итоге заняли спортсмены нефтегаздобывающего управления, у них третье место, служба корпоративной защиты на втором, первое у управления по эксплуатации вахтовых поселков. Прошедшие соревнования еще не точка в лыжном сезоне. Трасса, как и погода в это время, максимально комфортна для участников. Если нам погода позволит, мы хотим попробовать в мае месяце провести. То есть дотянуть, дотянуть, да, чтобы это было прям настоящая точка сезона, что после этого мы могли спокойно, с чистой совестью, лыжи парафинить на лето и ставить на лыжную базу. Лыжная база в Новозаполярном появилась в 2008 году. С этого времени лыжные гонки здесь – постоянная дисциплина спартакиады поселка.